Столько, на самом деле, фантастики и фэнтези написано на эту тему. Я, на самом деле, обожаю фэнтези, я приверженец очень этого жанра. Я даже музыку пишу с этим немножко флером. И уж эти авторы хорошо поразмышляли на эту тему. И многие авторы, которые выводили другие расы, скажем так, да, нечеловеческие, которые обладали бессмертием, они делали акцент на том, что человек смертный. Это обязательный атрибут нашего вот как бы существа. И в самом деле я считаю, что борьба с природой в этом плане это тупиковая какая-то идея. Потому что конечность человека, она нас, ну вот она главная в нас. То, что мы не бесконечны, то, что мы бесконечное постичь практически не можем. Вселенную там, да, или что-то. Но мы все время стремимся, и в этом стремлении наше совершенствование. Вот, и я считаю, что это довольно бессмысленный процесс.